Всем привет! Меня зовут Теона Дольникова, и я представляю Москву. Есть у меня народ и родина, и верные друзья. Москву на самом деле хочется, конечно, представить победительницей, показать, что мы крутые. И мне хочется, чтобы зритель меня понял и услышал, и что-то с ним произошло. Самым грандиозным переломным моментом, когда, там, грубо говоря, делится твоя жизнь на до и после, произошло, когда у меня умер молодой человек. В тот момент я поняла, что жизнь не такая длинная, и все, что ты как бы задумал, нужно реализовывать. Не потом, потому что потом, возможно, у тебя не будет такого шанса. И после этого со мной случилось очень много творчества. Вот в эту секунду мне очень классно, очень хорошо. Я счастлива вот сейчас, что я участвую в этом проекте, что я сейчас с вами разговариваю.